Так, всем привет. Так как первая часть мне не очень удалась, потому что я снимал на другой телефон, и качество там и звука не очень. Как и обещал, я хотел рассказать о второй части, на те спиннинги, которые я ловлю. Вот у меня в руках на данный момент это катана, Shimano катана. 2.40 у нее, и тест у нее 10.30. Плетеный шнур здесь стоит. Здесь плетеный шнур стоит на катушке 0.21, как я помню. Катушка у меня Escort 4000 F. Приобрел я ее весной, а нет, извините, поздней осенью, как раз когда щука начала кормиться. Я на нее поймал, на эту катушку и на этот спиннинг, более 5 или 6 штук щук. Был также я ловил на этот спиннинг и окуня. В первой части про приманки я рассказывал об одной приманке, которая очень хорошо себя показала на окуне. Вот. Этот спиннинг стоил 1400 рублей, бюджетный, так как я только недавно освоил эту, можно так, технику ловли спиннинга, меньше года. И вот, научился многим вещам, с многими людьми раз встречался, как бы сказать, виделся, спрашивал у них, что да как ловить, в каких местах, на какие приманки. Также у меня в арсенале, можно сказать, появился еще один спиннинг. Это Red Fox Laris Pro. 4,18 грамм у нее тест, 1,95 м. Я думаю, для более легких приманок она очень хорошо подойдет. Я так понял, она лайтовая. Лайтовым спиннингом я не ловил ни разу, не пробовал даже. Поэтому буду осваивать его и весной. Летом я буду также выкладывать видео на своем канале и показывать свои результаты. Здесь стоит катушка 2000 АМ. Название я, честно, не помню. Покупал у себя в рыболовном. 1500. Та катушка, если стоила чуть дороже, гораздо даже дороже, потому что я заказывал, то это более бюджетная катушка для, как сказать, можно сказать, для начинающих. Потому что я подбирал катушки не такие дорогие и не знал о них. В интернете читал, спрашивал у многих. Здесь стоит шнур Хамелеон, я так понял. Разноцветный шнур. 0.18 и 0.20. Честно сказать, не помню. Что я могу сказать об этом удилище? Пока трудно что-то о нем сказать, но почитал в интернете. Говорят, лайтовый спиннинг, хороший, рукоятка у него приятная, удилище само не такое тяжелое и очень думаю и даже надеюсь, что будет очень приятно вываживать рыбу, так как окуньков, щук поменьше, и я думаю, он хорошо себя проявит и покажет на все, что он способен. Также я буду осваивать ловлю джиговую и другие способы ловли, потому что когда я ловил на тяжелый спиннинг, вот на Shimano Katana,
Я делал всегда проводку или равномерную, или с паузами. Думаю, две проводки, одна пауза, и все. Теперь я буду вот с новым спиннингом осваивать новую, как сказать, ловлю. И все результаты будут на видео и или фото.